Что у меня сейчас в руках находится, это весло. Такая доска называется SUP. Вот. Но наша основная специализация — это парусная доска, которая называется виндсерфинг. Вот. Приходите к нам, занимайтесь в Евпаторе. Набирайте в адресной строке либо Ветроморя или виндсерфинг Евпатория. Вот станция называется Ветроморя. Здесь мы пока на озере занимаемся. Здесь очень удобно, легко учить людей, так как волны нет. Ветер более-менее ровный. Вот для обучения отличный водоем. Так что будем рады вас услышать, увидеть. Приходите. Thank you.